Два новеньких дома, построенных в рамках программы «Нурлы жол» по линии Жилстройсбербанка Казахстана для категории «Молодая семья», напоминают жениха и невесту, которые вступают в большую, наполненную любовью жизнь. И буквально через несколько минут здесь будет кипеть жизнь во всех ее проявлениях. Ключи от заветных квартир вручили новоселам аким области Жансит Туймебаев и аким города Габидулла Абдрахимов. Общая площадь квартир составляет 10 792 квадратных метра. 36 однокомнатных, 144 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир. Данная программа позволяет молодым людям приобрести жилье на максимально выгодных условиях. Одним из счастливых обладателей двухкомнатной квартиры стал и наш коллега, корреспондент телеканала «УТРАР» Бахром Абдуллаев. И наша съемочная группа стала первыми гостями Бахрома Абдуллаева, который с радостью показал нам свое жилье. Квартира полностью готова, красивая. Квартира состоит из большой студии и спальни. Все коммуникации подведены. Есть и застекленный балкон с великолепным видом на административный центр. Осталось лишь завести мебель и счастливо жить. Ожидание долгое было, но получение, так сказать, быстрое. Очень рад, что все-таки в этом году, под конец 2016 года, в честь независимости нашей республики, 25-летия независимости нашей республики, мне все же удалось получить долгожданную квартиру. Я очень рад. Отметим, что по категории «Молодая семья» в 2014 году были обеспечены жильем 84 семьи. В 2015 году 270 семей отпраздновали новоселье.